приказываю заступить для охраны общественного порядка на побережье Балтийского моря. Сотрудники полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия по предотвращению правонарушений, связанных с выездом на пляжи Калининградской области. За первые 6 месяцев этого года за движение машин по прибрежной защитной полосе водного объекта и стоянку в 20 метрах от кромки воды к административной ответственности привлечены около 150 водителей. Сумма штрафов составила почти 250 тысяч рублей. Полиция напоминает, что лица, нарушающие специальный режим использования прибрежной полосы, будут изобличены и понесут наказание в установленном законом порядке.